Ёлочка, ёлка, лесной аромат. Очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта ёлочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Ёлочка любит веселых детей. Мы приглашаем на праздник гостей. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Елочка веткой зеленой махнет, и словно праздник придет Новый год. Пусть эта елочка в праздничный час каждой радует нас, радует нас. Елочка, елка, лесной аромат. Очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Красавец Анастасия Стоцкая, Светлана Светикова, Теона Дольникова, Валерия Ланская и Евгения Благова. Браво! Спасибо вам огромное за то, что вы Варвару погрузили в такую волшебную сказку благодаря своим голосам, красоте костюмов. Варь, ты довольна? Да. Ну, ты всех принцесс узнала? Да. Варечка, я понимаю, что тебе вскружил голову этот мюзикл, вот. Но ты помнишь, что мы должны на тебя повесить? Да. Что? Медаль. Медаль в студию! Так. Ну, девчонки, кто будет вешать медаль? Настя, давай. Вешай. Точнее, Бель. Фиона, тебе. Повесить рюкзачок наш со сладостями. Также цветы от меня. И цветы всем прекрасным нашим принцессам. Конечно же. Фионочка. Валерия. Евгения. Светлана, Настя. Спасибо. Я совсем забыл. Варя, у нас же Новый год. А так как у нас Новый год, то давай-ка мы попросим наших снеговиков узнать, не припас ли чего-то Дед Мороз специально для Варвары Громадской, да? Что там? Домик для кукол. Домик для кукол? Для кукол. Правильно, это домик для Барби. Специально для нашей Варвары. Варвара Громакова, лучше всех. Прошу, Варечка.